Привет, друзья, всем. Сегодня у меня 90-60. Samsung Grand DOS или DOS. Не знаю, как он правильно называется. Не работает Wi-Fi. Смотрим. Идет поиск. Безрезультатно. Bluetooth вроде работает. Одна микросхемка идет на них. Итак, давайте разберем. Смотрим. Я уже раскрутил болты. Включаем аппарат, снимаем батарею, заднюю рамку, соединяем. Так, смотрим. Здесь у нас под защитным экраном находится Wi-Fi Bluetooth чип. Следов воды я не вижу. Следов ударов тоже. Судя по каркасу, телефон не раз падал. Так. Снимаем системную плату. Так, снимем камеру тоже. Здесь вот у нас находится под защитным экраном. Защитный экран припаян к системной плате. Давайте его снимем, посмотрим. Зажимаем держак. Аккуратно с разъемом с этим. Можно прикрыть его, чтобы не спалить. Защитный экран. Так, смотрим, что здесь могло произойти. Так, это я сейчас сдвинул. Сейчас мы его поправим. Нет никаких следов воды, ударов, трещин, вообще ничего. Я думаю, давайте его просто поменяем. Если у вас нету донора, можете заказать. Вот. Если нужно срочно, то можете просто снять его, либо отреборить, либо просто дернуть.
снять, переставить, как угодно. Так, вот здесь вот находится точка. Ставлю 300... 320 градусов. Добавляем флюс. Настрою резкость. Сняли микросхемку. Так, смотрим, что здесь у нас. Контакты в порядке, никаких следов влаги, иногда затекает вода и видно, что они замыкают, окисляются, ну и так далее. Все нормально. Думаю, проблема микросхеме. Ну, давайте мы ее с вами заменим. У меня есть донор. Вот. Если у вас нету, я уже сказал, что можно сделать. Такая вот убитая материнка у меня есть. Сняли защитный экран. Добавляем флюс. Добавляем. Снимаем микросхему и сразу же переставляем на ремонтируемый. Так, подождите, пока она остынет, дабы не деформировать контакты. Убираем донора, выставляем микросхемку. Давайте добавим флюса немного. Устанавливаем в нужном направлении.
Дернули. Убедились, что она встала на свое место. Подождем, пока она остынет. 15-20 секунд. Удаляем следы флюса. Очищаем. Специальным раствором. Это у нас родная микросхемка, ну, убираем ее. Не надо пока выкидывать, возможно, что она нормальная. Продуваем. Не будем пока ставить защитный экран. Сейчас мы ее поставим. Вставим в телефон, подключим, проверим. Потом уже можно будет закрыть ее защитным экраном, запаять сверху. Ставим все компоненты на место. Дисплейный модуль. Так, смотрим. Проверьте на всякий случай вот эти вот контакты. Контакты Wi-Fi и Bluetooth, чтобы они были на месте, не были повреждены, а там опущены, вдавлены. Место, куда они контачат с этим антенком. Так, собираем телефон. Застегиваем. Полностью до конца застегиваем, чтобы не оставалось зазоров. Включаем. Загружается телефон. Посмотрим. Видите, все появилось.